Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кран, и мы продолжаем играть в Айзека за этот... На этот раз, вернее, мы будем играть за Иуду. И как мы видим, у него всего лишь одна хпшечка, и мы сразу же попадаем в открытую золотую комнату и прокачиваем наши хп до двух. У нас есть книга, которая усиливает наш урон. У нас, в общем-то, урон и так хорош. 3 единицы уже в самом первом уровне. Так, здесь бы бомбочку взять, было бы здорово. Ну и в целом персонаж такой достаточно непростой. Мы играем тем более на харде. А это будет действительно, друзья, хард. Потому что, ну, пожалуйста, меня уже ударили, у меня всего 2 хп было. И, ну, вернее, 2 сердечка. И не пол сердечка сняли за удар, а сразу же целое одно. И это очень здорово, потому что если бы я не нашел в золотой комнате апгрейд для хп, я бы уже умер. Ты серьезно, как тебя догонять-то? Ну и все, умри. Да, я ни черта никуда добраться не могу. Везде все спрятано, ни ключей, ни бомб у меня нету. Я чувствую, что на этом уровне, да, у меня ни черта и не откроется. Что у тебя за рейндж, а? Ни черта тебе не дали. Ну, убивай, как ушонка. Кокушонок очень агрессивный, потому что он летает по всей вот этой комнате. Он что-то сам решил развалиться. Монетки, да, вот на самом деле, да, монетки вот прямо сейчас мне так необходимы. Мне нужны бомбы и ключи, ну хотя бы что-то одно из этого. А то, что ничего не выпадает, меня совсем не радует. Монетка, здорово. О, класс. Теперь мои слезки будут пронзительные. Ну, вот здесь бы можно было вот этот серый камень взорвать, но нечем. Нечем, нам ничего не дали, мы просто пробежались по уровню и не получили ничего. Настырные ребята, так. А, отлично. Вот о чем я и говорил. Ну ладно, этот забег все равно был печальным. И мы начнем новый. Во, что это такое? Bless up, да, не Holy Shield. Не знаю, что он дает, но раз щил, то, видимо, здорово все. Отлично. Он вроде сработал, надо сразу же, в общем, бежать. Но меня не покосило, может, он один урон блокирует. Первый урон, вернее, в комнате. Тогда это будет очень здорово, потому что у нашего-то героя хп ни хрена нету. Мы прибежали сюда, чтобы не сделать ничего, это очень полезно. Очень весело. Давай. Бедные ребята плачут, страдают. Давай что-то полезное. Локдаун. А у меня он 0 был. Ха-ха. Нечего было понижать. О, вот и все. Вот, ладно, пойду что-нибудь взорву. Перед боссом приду, заберу свою эту книгу. Да, и вот нам как раз есть что взрывать. А, отлично, я себя взорвал, вернее, щит. Я завтыкал, да, я думал, эти бомбочки ставятся, теперь я вспомнил, их нужно кидать. Ну ничего страшного, у нас щит спас, слушайте, щит реальная тема, это на каждый уровень, считайте, у нас лишнее сердечко будет. Потому что он весь урон поглотит. Ха-ха, щит поглотил урон, слушайте, реально полезная штука. Вот теперь у нас действительно шансы появились. Так, все, уже босс, нужно вернуть. Опять щит спас, слушайте, я рад. Ни черта нам не дали. О, как ушонок, я так полагаю, он будет помогать нам выбивать монетки из какашек. Так, давайте вернемся. За нашей княженцей, ее оставлять тут нельзя, потому что, ну, благодаря ей мы только сможем, наверное, пройти. За данного персонажа, потому что она нам усиливает урон по максимуму.
А, так, с нам нельзя на красные пятна. Забываю, после Азазель сложно. Сложно играть именно заходящего персонажа, а не залетающего. Ну вот, мы не теряем ни одной хпшечки, щит. А, даже как-то щит не убрал. О-хо-хо, грибочки, это всегда здорово. HP, tears up, счет спид. Ну, шут спид даун, ладно, то не так страшно. Зато два показателя улучшили, один показатель ухудшили. Ничего страшного. Так, все, умри. HP up. О, господи, нам просто везет необычайно. Так, опять эти пауки, которые на стенах. Как вы меня бесите. Очень агрессивные ребята, потому что стреляют молниеносно, ты даже среагировать не всегда успеваешь. Но когда он один, это пофиг. А когда их там по 2-3 штуки и с разных сторон. Вот зачем тебя туда забаррикадировали? Объясни мне. Все, успокоился. Че, бомбочку потратим на серый камушек? Ладно, посмотрим, что еще будет впереди. А, отлично. Это просто жесть. Но у нас есть щилд. Holy shield. А, да вот он, сработал. Надеюсь, больше нас не покоцают на этом уровне. Потому что благодаря... Вот реально, благодаря этой книге... А, покоцали, ну ладно, полсердечка, не так страшно. О, мушки. На макушке. Благодаря этим предметам у нас и появляется шанс пройти это все. Книга нам позволяет с боссами расправляться моментально. Ну как моментально, у нас урон действительно феноменальный становится. И перезаряжается она всего лишь навсего 3 комнаты. И плюс... Плюс этот щит, который позволяет нам на каждой комнате не терять по одному целому сердцу. Ну или по полсердца, неважно. Один удар мы можем на себя принять. Вообще не опасаясь. Вот я ни о чем не опасался. Отхватил локдаун. А, я уже не куплюсь. Хотя можно схавать все равно. Мы настолько неудачливы, что... Удачи уже и некуда опускать нам. О, привет, паук. Я вас люблю. Приятные враги. Так, ни черта нам не дали в этой комнате. Такс. Можно как-то вот так вот сделать. Делайся. Да почему ты в воздух ударяешься? Прикольно. Ой, серьезно? Отлично, отлично. Щит меня спас. Все довольны, все сами себя взорвали. Но я, по крайней мере, точно доволен. И отлично, сундучок, и где мы нашли ключик, и полсердечка, которые пока, по крайней мере, нам не нужны. И теперь можно со довольной рожей... Ну, не считая вот этого, конечно, зигзага непонятного, который мы просто полчаса будем оббегать. Можно довольными бежать вот сюда. О, да. По идее, там у нас что, урон или что-то такое увеличилось, но... В любом случае, полезная штука. Ладно, давайте зайдем. О, тут отличная штука, за $15 продается, но, к сожалению, мы не такие пока богатые. Ну, ладно, пойдем еще походим. По уровням. Так, с паучки. Ага, ага. Агрессивный щит все-таки смогли убрать, но ничего страшного. Нам щита не жалко. Ну, теперь со спокойной душой можно опять. Опять эти зигзаги. Опять 300 лет будем их оббегать. Ладно. Погнали наверх. Пол сердечка ненужных. Ну, опять червячок. Так, ой-ой-ой, он там, бедняжка, весь заторможенный. Ха-ха, мне его просто жалко. Все, вот и все. Спид и щит спида. Отлично. Просто суперски. Нет, я ни на что тебя не променяю. Нет, я не буду менять сердца. У меня есть на телефоне, тем более, супер приложение, которое расскажет, я не помню, что вот это дает. Но то, что слева за 2 сердца, оно уж точно того не стоит.
Такс. Потому что то, что слева мы начинаем летать, ну, за два сердца, когда у нас всего лишь три, я просто понимаю, что дальше я буду об этом жалеть, потому что дальше хп реально будет не хватать на высоких уровнях, когда, блин, враги там будут снимать просто все что угодно. Ага. Так, ну, в общем-то, ничего, короче, интересного, пошлите отсюда. Оно-то интересно. Но у нас не так много хп, чтобы обменивать их. Та, что справа штука дает, вроде бы, когда мы там при смерти, усиления всякие. Что я должен разглядеть? Еще темнее уровни не могли сделать. Хорошо, что вот когда много противников, их не стоит особо бояться. Ну да, дотронутся они до тебя разочек. Ну ничего страшного. У тебя хп еще целая куча. Так, вот огромная комната с зелеными... А, зеленые человечки — это не проблема. Проблема, как всегда, эти плюющиеся головы, которые не убить, ничего с ними нельзя сделать. И вот, вот здесь опасность. Не хочу через вас пробегать. Ай-яй-яй, щит убрали. Ну, какая жалость. Если бы не было щита, друзья, вы сейчас сами представьте, что бы было. Каждый раз, когда мне сбивали щит, а мне его сбивали практически в каждой комнате, это бы отнимало хп, который, ну, мне восстанавливать толком негде было. И которых у меня не так много. Так, блин, да чё ж так плохо видно? Так, плевашки, угомонитесь, все. О, мини-боссик. Да ты опасный. Мне даже не приходится использовать книгу для усиления урона. Я с тобой так думаю справлюсь. Конечно, ты сейчас разделишься на целую кучу голов, но они совсем не опасны. Учитывая, как ты быстро дохнешь. Мне бы еще попадать каждый раз. Так, и все, последний штрих остался. О, да, веселая штука. Веселая. Ну, менять ее на вот эту штуку я не буду. Хотя, с другой стороны, эта рожа, она очень крутая тем, что у нее урон тоже максимальный. Там по боссу с нее лупишь, и можно его либо сразу убить, либо там половину хп уж точно снять. Но, блин, не знаю. Нет смысла. Потому что книга наша все-таки намного-намного более универсальная. Так, с нас чуть не зажали. Вот эти красные ребята, которые сразу же не убиваются, а превращаются в кучку желе такого, которое тоже надо добивать, иначе они возрождаются. Они всегда, у них как бы АИ есть, и они вас начинают обходить с двух сторон, и вам просто-напросто некуда деваться. Да, такое случается. Такс. В магазин нам зайти некак, но побежали вниз. Босс 100% там. А. Пузатые плевашки, угомонитесь. Я добрый, я пришел с миром. Откройте мне просто дверь в соседний уровень и все. Да, я, конечно, могу взорвать бомбочкой дверь. Ага, ключик, дайте ключик. Ладно, забежим в маленькую комнату. Нет, ни черта. Вот вас не люблю. Ой, как я их не люблю. А знаете почему? Потому что у них очень и очень быстро летят вот эти их кости. Да, да, вот, наконец-то. Наконец-то по мне прошел первый урон спустя столько времени. Ладно, обидно. Обидно то, что у нас нет ключа. Все, мой щит слетел. Ладно, ничего страшного. ХП сможем пополнить, я думаю. Но зато мы его убили.
достаточно быстро. И почему-то хп... Тирсен счет спидап, отлично. Ой, смотрите, просто теперь поливаем. Поливаем своими кровавыми слезками. Почему не выпадают с боссов сердечки? Мне непонятно. Ну, давайте. Попробуйте. Ну, ладно, ничего страшного, у меня есть щит. Вы, конечно, ребята, быстрые. Ни черта не дали, зато мой щит восстановился. Не плачьте, не плачьте, я вас избавлю от страданий. Как вы меня от щита избавили, я вас избавлю от страданий взамен. Да, ну с таким, с такой скоростью, просто вы посмотрите на этот шквал, просто фонтан какой-то. Я фонтанирую этими слезками, и это, друзья, здорово. О, опаснейшие ребята, разделяются на потом на целые кучи, и из них выпадают тараканы. Не тараканы, а пауки, да. Не знаю, почему я их тараканами называю, потому что они такие же тут какие-то мерзкие, мелкие. Так, щит нам сбили. Но это я уже по своей неосторожности, уже куда-то тороплюсь. Так, и ничего не дали, ничего сказали, ну ты слишком... Ты... Блин, хп потерял. А хп, я так понял, нам вообще не восстанавливают. Я вот просто думаю, либо это из-за щита сердечки не выпадает, либо еще из-за чего-то. Не просто все это так. Ни ключи, ни бомбы, ничего нету. Зато у нас есть щит. Нахрен нам сердечки? Сердечки хуже, чем щит. Потому что щит нас защищает всегда, а сердечки надо искать. Ну, бомбочка, которая сама взорвется, тролль-бомба. Оно-то, в принципе, легко. Враги, как мы видим, умирают достаточно быстро. Но проблема, когда врагов много. Просто не успеваешь среагировать. Или вот такие, как эта говняша. Просто молниеносные, ребят. О, ключ! Неужели все-таки в этой игре еще существуют ключи? А, я не заметил, как я наткнулся. О, и хпшечка. Но только благодаря нашим любимым какашечкам мы нашли сердечки. Сердце в какашке, ну это же логично. Это же Айзек, друзья. Или все-таки рискнуть и зайти в магазин? Монеток у нас много, может быть, там будут продавать ключик. Ладно, не люблю рисковать, пойду все-таки в золотую комнату. О, вопросик, неизвестно что, сплэш, что. А, все, я понял, что это за сплэш, это святая вода. И если нас ударят, то вокруг меня, там, в небольшом таком, ну, среднем радиусе, расплескается эта святая вода и будет наносить урон противникам. И, честно сказать, там урон такой впечатляющий. В целом, конечно, я не скажу, что рад, но, с другой стороны, и не зря я туда сходил. Предмет, в принципе, полезный. Не супер-пупер, но и неплохой. Что он делает? Он завис? Что происходит? Что с тобой, дружище? Ладно, мы с тобой сражались, как мужики, став. А, вот, да, став, это тоже полезная штука. Так, ладно. Hanged Man, ну, это нам ноги отрезают, по идее, и мы сможем летать. Так, зайдем. О, у тебя тоже что-то неизвестно. Но у тебя всегда какие-то полезные... А, нет, фу, какашка. Temporary Flight. Это тоже полет на одну комнату. Используешь 6 комнат. Перезарядка. Я не понимаю, зачем этот предмет вообще нужен. Ну, а мы с 16 монетками и с одним ключом. Угадайте, куда идем? Правильно, в магазин. О, отлично. Здесь мы не найдем ничего. Интересно. Подойди сюда, я хочу тебя бомбой. Ни черта, я не попал. Все. Вот видите, он зашел на эту лужу, и у него куча целая снялась. Очень сложно с ним сражаться. 50% скидку мы, по крайней мере, получили, потеряв половинку сердца. С ним сложно сражаться подобными героями, потому что у него скорость полета слезок просто огромный. Он по 3 сразу выпускает. И везде вот эти... Локдаун. Не надо мне локдаун. И везде вот эти камни.
Кстати, комната святая переместилась. Может, там что-то поменялось? Надо было заглянуть туда. О, это все, это кромешная херня. Я не знаю, все. Я не буду тут участвовать в этом всем. Или... О, давай сюда. О, смотрите, все-таки полезная штука. Вот этих нельзя атаковать в лоб. Их нужно только сзади оббегать. Но это нереально. Хотя вот этот какой-то атрофированный. Или их в этом айзике сделали не такими агрессивными. Потому что раньше сзади к ним подойти, ну, просто нереально. Ладно, малыш, я тебя не буду взрывать, у меня одна бомба, мне жалко ее на тебя. Такс, вот и все. Вот и все, и ничего не дали, такие мини-боссик. Ой, сердце было. Вот, и уже парень такой поагрессивнее. Ну, должен быть, по идее, но тебя мои слезки затупили. Давай, тупи, начинай тупить. Да, опять все. Большой злобный червячок. Но я более злобный. Вы просто посмотрите на мою рожу. Господи, слезы льются рекой. Но оно и к лучшему. Страдай, Иуда. Так этот вроде просто будет бегать за нами. Но видите, у них дезориентация начинается. Я тут. Все, прощай. А, таблеточка. Бесполезная штука вроде. Точно не помню, что она дает. О, отлично. Это когда у вас большая скорость, это распространенное явление, просто не успеваешь среагировать, забываешь, что он там стоит. Ну ладно, пол хп не так страшно. Ой, пукнул. What? Что меня коцало? След крови, господи, я же говорю, я отвык от этой фигни. Я надеюсь, я туда сбегу и больше не вернусь сюда никогда. Что тут? Простите меня, я пошутил. Я не хочу, я хочу в прошлую комнату вернуться. Там было более безопасно, чем здесь. Так, сейчас придется напрячься. Я не знаю, конечно, это была глупость пропускать предыдущую комнату, но там опять этих... бронированных целая куча была, и обойти их всех сзади, это был бы кромешный ад, и будем надеяться, что нам назад не придется возвращаться. По крайней мере, мы уже нашли в данной стороне, по крайней мере, золотую комнату. И будем надеяться, где-то тут будет босс. Отлично. Ну, давайте что-нибудь полезное, ребят. Не скажу, что это полезное. Золотое говно. Не думал, что когда-нибудь что-то подобное произнесу. Но это Айзек. Что, вы будете закрывать? Да, вы закрываете. Все, босса мы нашли, друзья. И нам, в принципе, туда хп у нас хватает. Ладно, даже ничего больше трогать не буду. Пойдем на босса. Так, с первый раз таким встречаюсь, но встречался с подобными, но он был один, чтобы их целых два было. Опять вот эти черепа сраные, через которые они сами не могут перепрыгнуть, но и я прострелить своими слезами не могу. Все, одного мы угомонили. Ну, в принципе, этого сейчас добьем по бырику. Спасибо книге, которая так усиливает урон. Но все хп у нас, в принципе, на месте, да, потеряли. Я думаю, почему все не заканчивается, а это просто один маленький таракашка. Все испортил. Второй босс, это получается, что... Не, я лучше вернусь и заряжу свою книгу. Вот чуть опять не набежал. Не значит ли это, что в данном уровне будет две золотые комнаты?
Если это так, то нам надо найти вторую золотую комнату. Ну, отлично. Отлично. Дайте нам сердечки. Мне нравится то, как бомбочки и ключи не выпадают. Отлично. Как так? Бомбочка, спасибо хотя бы за бомбочку. Все очень плохо. Надо было, наверное, идти все-таки сразу на босса. Как зарядили книгу, потому что что-то чувствуем. Мы сейчас в минуса уйдем по ХП. Отлично, этого взорвали. Ну где, где? Да, судя по размерам комнаты, действительно. Тут, скорее всего, две золотые комнаты. Гиперкакашка. Огромная. И она не такая страшная, потому что она распадается на две таких средних какашки. Вот средние какашки просто умалишенные. Они скачут по всей комнате. Отлично, пол ХП хотя бы. Вот еще ХПшечка и черная сердце. Вот это не очень радостно. Опасная штука, она вас хватает, снимает ХП и возвращает в первую комнату. И это не очень радостно, потому что ее вообще не видно, ее можно услышать только по звуку. А я играл сегодня днем без звука, допустим, очень тихо в колоночках там что-то играло, у меня музыка тем более. Фух, и, нет, не убил, и я не понял, и меня схватили и отнесли куда-то. Да, я был прав, вторая золотая комната, но угадайте, что у нас, конечно же, нет никакого ключа. Как я должен? Вот эти бессмертные, да? Которые без мозгов сзади, вот, которые просто летают циклически по комнате. Вот они бессмертные. Нам надо убить вот основных мобов. И все, и вот они распадутся. Жесть. Так, от вас надо держаться подальше. Что с вашими хп? Почему вы не умираете? Просто посмотрите, сколько раз пришлось мне по нему попасть. Комната просто гигантская, потому что она двойная идет, видите, с двумя боссами. Отлично. Куда я должен был убежать? Она типа двойная, а значит... Два босса, две комнаты и в два раза всего больше. Но лутов... Три раза меньше, судя по всему. Где ключи, где бомбы, я не знаю, ничего нет. У меня хотя бы одна бомба есть в загашнике, но нигде ни сундуков никаких не встречаю, ничего. Просто ничего не дают за награду. Так, нам надо просто убить маленького кукушонка, все. А, отлично, там же бессмертная муха, это было здорово. Я ее даже не заметил. Да, вот здесь бы... О, все, спасибо. Это ключик. Потратить 24 голды. Ладно. Ладно, ключа нету. Ну ладно. Не расстраивайся. Возьмем вот это. Супер, просто супер. Ну и ладно, найдем еще один ключик, я не расстраиваюсь. Очень сложно, но они какие-то тормозные стали. Раньше они такими не были, он бы уже должен был давно развернуться, но что-то я им не нравлюсь. Ну и ладно, и поэтому не так сложно их убить. Ключ, карта, ну конечно же, только ничего страшного, что у меня всего этого нету. Он стрельнул, я даже не заметил в шквале вот этих своих слезинок. Ну что, придется возвращаться назад, или мы можем, в принципе, обойти там некоторые комнаты. Ну, давайте обойдем, что нам терять. Надо все-таки найти еще один ключик. Ой. Ой. Когда меня успели... А, муха!
Вы серьезно? Как я должен вообще различать, где моя муха, где чужая муха? А, терза, теперь я точно шквалом. И ничего, конечно же, взамен ничего. Пошлите в большую комнату, что уж делать. Тут, в принципе, несложный босс относительно. Хотя я не знаю, как в такой огромной комнате он там расположится тоже сверху. Да. Что? Ты так дергаешься? Ты же так даже, когда ты в босс-комнате так не делаешь. Ой, что-то ты часто, очень часто. Ну-ну, давай пускай еще. Отлично, именно тогда, когда я решил тебя подразнить, да? Все, умри. И дай сердце. О, да ключ. Спасибо, это даже лучше. Слушай, ты мне надоел. Все, отвали. Не, не надо такое. Так, и что, теперь вернемся назад, откроем комнату и будем надеяться, там что-то реально полезное, потому что ХП у нас ни черта не осталось, у нас полтора сердца, ну, в зависимости, конечно, от того, какой там босс будет. Ну, конечно же, в конце убийства босса нам тоже не дадут сердца. Что это, я не знаю. Да, ну какие-то слезки странные у нас теперь стали. Ладно. Надеюсь, полезная штука. Теперь нужно идти на босса. Что нам остается делать? Полторы хпшечки. Ну, я думаю, где-то мы там потом подлечимся. И все будет хорошо. Аккуратнее. Проскочили. Идем ко второму боссу. О, нет, это мама, да. Все плохо, друзья. Все, не то что все очень плохо. И защита у нас есть? Я не вижу, чтобы у меня была защита. Если у нас есть барьер тот, то все зашибись. Что с нашими слезами стало? О, нет. Благодаря этим слезам, может, мы еще ее и убьем. Я что-то завтыкал, что это последний уровень. Нет, это не последний уровень, да, нам надо еще дальше. Спидап. Зачем? Да самая бесполезная шняга. ХП нам не дали, ничего не дали, вообще ничего. И надо еще вот здесь все пройти. Вы серьезно? Здесь же ребята агрессивные, по одному сердцу сразу снимают. Вот вы просто посмотрите на эту агрессию, необоснованно. Ну мы-то молодцы, мы-то убили, но что это нам дало? А правильно, ничего, второй, пожалуйста, такой же, получитесь, распишитесь, только комната более закрытая, где ты будешь прятаться, непонятно. А, прям на мне появился, ну, с кем не бывает. Если бы не барьер, я бы уже давным-давно был дохлый. Ну дайте хоть одно сердечко, вы серьезно? О, нет, это жесть. Ой, только всякие мои бонусы на урон и мои помощники помогают мне. Фух, это реальная жесть, ребята. Это реальная жесть, потому что тут нет дропа шмоток. И злая какашка с кучей хп снесла мне щит уже. Все, испарись, испарись. Я не знаю, представляю, не было бы щита. Я просто, напишите в комментариях, да, может быть, все-таки это из-за щита дропа нету. Но я вот просто думаю, если бы не было его и не было бы дропа. Ну, в принципе, что я и говорил. Меня один раз коцнули, и за этот один раз просто-напросто. Я только что понял, что там было мое, типа, отражение. Зачем мне ключ?
Я не знаю, все, щита нету. Вся надежда на щиту. Дайте хотя бы одно хп. Ну серьезно, хотя бы одно сраное хп. Идите нафиг, все, подписывайтесь, это невозможно, это просто невозможно. Спасибо, что смотрели. С вами страдал Кран, это был Айзек с Иуду. Это просто невозможно. Нечем было полечиться. Как? Как?